get me now, feeling emotion. Doom, doom. Ah, look at me now, look at me now. Вы чё? Вы чё? Вы чё? Совсем же? Совсем. Тихо, тихо, мусор, соседи напугаешь. Ты, мусор, должен гражданский покой охранять, а ты орёшь, как свинья. Слышь, Саймон, на, закрой ему рот. Мусор, заткнись, Наверное, больно? Да. Ты как считаешь, готов он сейчас с нами разговаривать? Не знаю, давай у него спросим. Слышь, мусор, ты готов с нами разговаривать или тебя еще попрессовать? Говорит, что готов. Открой ему рот. А? Да, суки, что вам надо? Для тормозов повторяю еще раз. Где героин и кто его взял? Серега, ты чё? Я правда не знаю, о чем вы. Саймон, давай еще раз. Заткнись, сука, заткнись. Ладно, ладно, хватит, хватит пока. Открой ему рот. Ну что, мудила, хватит тебе, или мы можем еще? Можем же, Саймон! Запросто! Дай-ка! Ну-ка! Ну-ка, сука! Я надеюсь, ты понимаешь, что единственный верный путь для тебя – это сказать все, что ты знаешь. Скажи, где героин? Не держи в себе! Иначе он тебе ножи в глаз воткнет. Он же ведь может! Саймон, можешь? Запросто! Короче, считай до одного! Раз! Гори, сука, гори! Я кажу, кажу! Вот видишь, можешь когда хочешь, а? А то все гнал, я не знаю, я не понимаю. Давай, вы внимательно тебя слушаем. Короче, я на вас навью! Это мы в курсе, ты давай дальше, в глубину проблемы. Ну я случайно узнал, что адвокат вам платит. Я решил, ну хоть разок, денег, вот... Полёкову срубить! Мне деньги теперь очень нужны! Это понятно. Ну так вот, я узнал, где и когда у вас стрелка. И нанял троих отморозков. И они согласились работать. Только ошиблись вы сильно. В чемодане-то не деньги были, а героин. Героин? Полный чемодан Герыча. Ты рад-то, сколько ты Михалыча кинул? Где мы твоих друзей теперь искать-то будем, а? Адрес в куртке! Не убивайте меня, пожалуйста! Вот и все. Значит, он палача завалил.